хорошая, интересная боевая игра. Наверное, сегодня была командная победа. Где-то попластались в меньшинстве. Забили свои голы и, в принципе, победили. Да, приближается плей-офф, но, тем не менее, стараемся играть только на победу. И за счет этого, я думаю, к плей-офф еще ближе подойдем в хорошей и физической форме, и моральной, и психологической. Соперник, да, сегодня создавал трудности. Сегодня была плотная игра, как со стороны соперника, так и с нашей стороны. Я думаю, получился хороший, интересный, быстрый хоккей. Работаем, стараемся какие-то наигровки применять, когда иногда получается, иногда нет. Так что работаем дальше, главное, чтобы плей-офф они работали. Первый период играли достаточно цепко. Во втором периоде пропустили в меньшинстве, удалялись. Провалили второй период. Создали несколько моментов, не получилось реализовать. Команда хорошо играла, билась. Ну, конечно, были готовы, так как в первом периоде они хорошо играли в силовую, мы также выходили на второй и на третий период биться, но чуть-чуть не получилось. Но нужно прибавить движение, меньше удаляться и реализовывать свой момент.